Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я буду делать вот такую бабочку. Если вам интересно, тогда смотрим дальше. Итак, друзья, для бабочки нам понадобится ШДМ темно-розовый 260 размера. Я оставил кончик ненадутым, примерно на 5 пальцев. Далее понадобится ШДМ сиреневый 160 размера. Оставил ненадутым кончик на 4 пальца. Также понадобится ШДМ 160. Также с кончиком ненадутым на 4 пальца. И 160 ШДМ с пузырем на 3 пальца. Цвета ШДМ вы можете брать на свой вкус, не обязательно брать именно вот такую цветовую гамму. Можете выбрать красный, белый, то есть какой вам больше нравится цвет. Давайте приступать. Итак, берем ШДМ, отмеряем пузырь на 4 пальца, делаем скрутку, отмеряем второй пузырь на 4 пальца, делаем скрутку. Фиксируем хвостиком. Далее отмеряем еще один пузырь и еще один. Делаем скрутку. Скрутки перекручиваем. Теперь отмеряем пузырь на 5 пальцев. Делаем скрутку. Такой же делаем второй пузырь, делаем скрутку, перекручиваем, отмеряем еще один пузырь на 5 пальцев, и еще один заключительный. В итоге вот что получилось. Дальше берем желтый ШДМ. Привязываем его к центру. И начинаем оборачивать крылья бабочки. Делаем скруточку, оборачиваем. Оборачиваем маленькое крылышко. Делаем скруточку. Продолжаем оборачивать. И оборачиваем большой крылышко. Вот. Теперь берем ШДМ 160 сиреневый, делаем круглый пузырек,
даже побольше, делаем круглый пузырь, делаем пинч-твист, делаем второй такой же пузырек, делаем второй пинч-твист. Это будет из этого ШДМ будет состоять туловище бабочки. Далее прилаживаем вот этим образом. Оборачиваем. И делаем вот здесь трубку, как раз напротив пенч-твиста. Делаем скруточку и далее уже скрутку оборачиваем вот этот пинч-твист. Далее берем ШДМ с пузырем на 3 пальца, делим этот пузырь на 2 части равные, чтобы было 2 пузыря одинаковых. Один пузырь прогоняем вдоль ШДМ, таким образом. Далее на глаз. Давайте я покажу вам. На 4 пальца оставляем ненадутую часть, завязываем узелок, то есть одна часть получается, и делаем такую же аналогичную. Завязываем узелочек. Обрезаем лишнее. Получились вот такие усики. Далее берем, заводим между пинч-твистами. Получилась вот такая вот симпатичная бабочка. Итак, друзья, если вам понравился видеоурок по изготовлению бабочки, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео, заходите на мои странички ВКонтакте, в Одноклассниках, оставляйте комментарии, задавайте какие-то вопросы. На этом все. Желаю вам здоровья, счастья, любви, удачи. Дуйте шариков больше, дуйте чаще. До скорых встреч. Пока-пока.